Если вы ищете семейный кроссовер среди множества вариантов на рынке, то Volkswagen Tiguan именно то, что вам нужно. Он выглядит очень хорошо, но при этом не слишком бросается в глаза. Имеет прекрасный интерьер, но не настолько шикарный, что вы боитесь посадить в него своих детей. Кроме того, он достаточно просторный и практичный. Объем его багажника составляет 652 литра, что значительно больше, чем у любого другого автомобиля за аналогичную цену. В целом это идеальный кроссовер, который только можно представить. Поэтому неудивительно, что уходящий Tiguan стал самой продаваемой моделью Volkswagen в мире. Но сейчас клиентам уже доступно третье поколение паркетника, которое стало еще более современным и технологичным. Новинка построена на платформе MQB EVO, которая предлагает различные двигатели. Впрочем, новый Tiguan доступен с бензиновыми моторами TSI, с турбодизельными двигателями, с гибридами E-TSI и подключаемыми гибридами с отдачей от 201 до 268 лошадиных сил. Все эти моторы теперь в стандартной комплектации оснащаются роботизированной коробкой передач DSG. Привод может быть как передним, так и полным. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!